Всем привет, ребят. Ну что, видите Махатму с новым обликом. Прокачал я здесь грубую силу для теста. Сейчас изначально мы потестируем с утеканием, чисто ради отхила, посмотреть, какой будет отхил у нее. Давайте начнем с рейда. Так, нужно только убрать. И, в принципе, оживить. Несколько героев. Убрать укротителя. Восьмое исцеление показывал 6000 атаки. 100%, 100%. Походу сейчас будет бешеный у нас отхил. Потестим такой вариант. Хочу потестировать. Посмотреть, сколько же все-таки она будет себе отхиливать. Напишите в комментах, если я не успею увидеть. Я вижу пока 118 тысяч. Это в рейде. В экспедиции и на арене сейчас будет намного, думаю, больше. Скин, конечно, и скилл у нее просто мега эпический. Так, стрелок. 118 тысяч, ребят. Посмотрите на этот хил. Жестко. Это просто реально жестко. Я не знаю, что там за урон по стрелку у нас получается. Посмотрите, какой он маленький. А, вот все. По чуть-чуть распечатывает. 118к отхил с каждого удара. Единственное, что спасает, это молчанка вот. А так, ну, просто нереально. Unreal. По идее, она должна на такой скорости сейчас стрелка просто шатануть. Но тут... И миссов особо не вижу. Как-то странно. Что-то какой-то багнутый стрелок. Она должна его просто разобрать на изи. Ну вот, есть пара миссов, но остальное... В общем, вот так вот. Просто как-то бешено. Ну, смотрите, минута 30, херой просто тупо, блин. Ну, сейчас сольют? Не, все равно восстанавливается. Скорее всего, что стрелок еще и с понижалкой. Ну, хотя, какая разница. В общем, думаю, вы увидели то, что хотели, то, что я хотел увидеть. Я вам тоже показал, но 3 минуты герой просто тупо может выстоять. Жестко. Не, мне кажется, это какая-то фигня. Махатма по-любому разбирает стрелка. Что-то бред какой-то. О, кстати, хорошая Раста Анубис, Ворожей и Фрея. Кстати, сейчас мы попробуем вот так вот. 118 тысяч отхил. Смотрите, что она с Фрейей делает один на один соло. Фрейя просто засет лапу, ребят. Я думаю, сейчас будет просто 6. Так, Афинка, Афинка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пиздали, убили. Ну, Фрейю разобрала, как видели. Просто налегке. С таким отхилом это, конечно... Неудивительно. Вот тут ее сольют. О, отлично. Еще одна фрая. Let's go. Один на один. Ну, Фрейя тут... Вот, смотрите. В принципе, выживает неплохо. Конечно, тут Фрейя разогналась. Там уже просто бешеный урон. Нереально. Но все равно смотрится круто. Теперь делаем другой вариант. А, еще идем на арену. На арене хочу посмотреть.
Надеюсь, мы сейчас найдем кого-то там с Урником, кого-то топа. Но пока топов, пока до топов нам далековато, я так понял. Радуемся тому, что есть. Скилл, конечно, у нее прорисован просто бомбически. Давайте уже кого-то, блин, интересного. Да. Ух ты, смотрите, как на отражалке. Круто. Это было круто. Убила себя просто на изи. Хорошо. Let's go. Тестируем то, что мы хотели. Кстати, вариант. Сейчас первый такой. Порочный пакт 8. У нас сейчас она собрана на офигеннейший уровень. В принципе, если он по сути это и не нужен, чисто для миссов, ставим ей ангела. Давайте начнем с рейда, чисто посмотреть, что же будет у нас сейчас по урону тут вылетать. Вот опять есть стрелок. Видели этот урон? Unreal, там Рино просто был с охненькой походу. Смотрите, Огнекрыл, я не знаю, Огнекрыл, наверное, ее сейчас убьет. Да, тут, ну, тут понижение нереально, конечно, но это было весело. Посмотреть на этот урон. Ну, давай, давай, зацепись. Просто сметает все. Ну, от хила не хватает, видите? Ну, кстати, Букимена не особо там она и дамажила сильно. Давайте сейчас попробуем. Здесь ее. Вот так вот, хилу печально. По урону посмотрите, какой урон. Офигеть. Вот это, ребята, жесть. Что-то нереальное, честно скажу. Андреал. А теперь ставим вот так вот. Интересно, такой вариант тоже, думаю, потестить. Особенно на базах, где сразу герои стоят рядом. Вот, например, против такой же Махатмы. Вообще кайф, смотрите, сколько мы стоим, она держится просто изи. Блин, круто. Письмо и, конечно, руна — это нечто. Скажу вам я. Так, Анубис, Рину.
смотрите, Бугимен просто отдыхает. Ну, дальше у нас просто чпокнул. Ну, 3 секунды для PvP-локации, я думаю, это просто, просто нечто. Смотрите, любил. Что я могу вам сказать? Это просто жесть. Сейчас мы возьмем тыковку. Вот такой вот вариант. Плюс магия. Это, наверное, будет слишком круто. Давайте 7-9 попробуем хотя бы. Надо было, конечно, с тыковки начать. процентов. Давайте сейчас уберем героев, чтобы я мог нормально. Ребят, это просто пипец. Я в шоке. Ну что-то кажется, мы сейчас просто тупо, если пустим тыковку первой. Мы сейчас просто тупо на изи затащим 50%. Сорок четыре. Два героя. Я тыквы, по сути, тут пользы не особо было, потому что она там тупо стояла только что в стане. Давайте ей поставим железную волю. Ну что вы, как вы, как вам такая сборка героя? И тыковка, в принципе, топовая у нас получилась. Просто жесть, ребят. 7-9, которую вы там многие мучаете, не можете пройти. Мы вот так вот сейчас ушатаем. Я надеюсь, не на ком-то мы зацепились, к сожалению. В общем, что вам могу сказать? Это жесть. Честно говоря, я после этой обновы все больше и больше удивляюсь героям. Удивляюсь разным прокачкам. Ну, 70 нам сложно, но вот, думаю, можно будет сейчас поиграться. Сейчас, возможно, попробуем где-то забежать с другой стороны. Ай, там вроде нам помешал. Пробуем по центру где-то забежать. Ну, вы видели, 44% в два героя.
Сюда еще девочку якорь взять. Дебафов много, кстати, очень. Да, видите, 33%. Но я думаю, что она столько и без тыквы наберет. Можно, кстати, попробовать вместо тыквы взять дерево. Может, так сможем. Называется, блин. Ну, она дамажит, конечно, круто. Короче, ладно, что я заморачиваюсь. Я вам показал то, что вы хотели. Думаю, многие хотели увидеть на урон. Вот вам на урон, она собрана. Показывает себя круто, но, как видите, сливается на малейшие отражалки. Сразу же нападали мы на Асурика, и на Асурике она сливалась. Нападали на других локациях тоже. Любое отражение сливается, но урона просто немерено. Круто смотрится, скин есть, можно одну сборку сделать с атакой, одну сделать с утикахой, как я показал. Так, поехали еще на аренку, забежим. О, отлично, по центру смотрим. Это жопа. Это реально, ребят, жопа. Давайте на Анубиса нападем. А, это какой-то слабенький. Так. О, отлично. А, немножко не туда забежал. Ну, ударь, ударь кем-то, пожалуйста. Я не ударил. Офигеть. Просто тупо унизили уроном. Я в шоке. Ладно, еще какой-то с Фрей есть. Давайте еще на него нападем. Просто, блин, бешеная. Да ну нафиг. Это жесть. Единственное, сейчас где-то на отражалку попадем. Кстати, Афинка не. Жалко. Давайте еще попробуем напрямую напасть на него, если у меня есть попытки есть. Фрея помешает нам. Посмотрите. Просто жесть. Я в шоке, что она делает. В общем, ребят, такой вот герой. Просто нет слов. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки. Всем удачи, всем пока.